там, где заканчивается человеческая мысль, остаются ощущения, эмоции, чувства. Вот радость — это когда по выходным все близкие дома. И когда без повода дарят цветы. А умиротворение — это плывущие по небу облака. И когда в поле ромашек чувствуешь себя как дома. А благодать — это капельки росы в траве. И туманный вечер в обществе близких людей.